Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 31 год, замужем полтора года. Время от времени я понимаю, что пришло время рожать ребенка, идеальный возраст. С точки зрения медицины уже прошел, чем дальше, тем больше рисков. Однако каждый раз ловлю себя на мысли, что последние годы я хотя бы начала жить, как хотела всегда. И рождение ребенка, безусловно, поменяет привычный уклад моей жизни, ну, нашей. По поводу ребенка, муж относится сдержанно положительно, считает, что дети это прекрасно, но ему все равно родится сейчас или когда-нибудь потом, как перестать бояться перемен и решиться на этот шаг. Каждый раз, когда я задумываюсь, что надо бы уже заняться вопросом деторождения, например, отказаться от контрацепции, то не хочется перенести это на как-нибудь потом. А чуть позже понимаю, что уже готова стать матерью, как и хотела с юности, но просто боюсь этого. О чем бы я здесь сказал? Я бы здесь, наверное, сказал о том, что вы как будто бы не совсем понимаете, чего хотите. Вот. То есть, ребенок для вас, ну, очевидно, что это значит. Вот, очевидно, ну, рождение ребенка, точнее, рождение ребенка, да, что это значит, это очевидно. Вот. Вопрос только заключается в том, что именно для вас это значит. Что именно, что конкретно. Вот. Вопросом является, конечно, и то, почему вы хотели ребенка с юности. Вот. То есть это вот желание, оно с чем связано, ведь в юности мы немножко другими вещами озабочены, нежели чем во взрослом возрасте. А вот. То есть вы как-то это, ну, несете из детства, желание родить ребенка, вот. Ну, соответственно, на мой взгляд, нет, не совсем про рождение ребенка, на мой взгляд, это про что-то другое. Ну, вот, ребенок, это хорошо, действительно, но рожать его, наверное, стоит тогда, когда вы готовы, когда вы не видите никаких в этом сомнений, и совершенно точно не тогда, когда вы, по своим ощущениям, как-то начали наслаждаться жизнью, как вы говорите, и ребенок вас этого лишит. Так еще можно и до ненависти к ребенку дойти, и до обвинения его в том, что вот, дескать, из-за тебя, там, моя жизнь опять, там, сложилась как-то нехорошо, да, то есть, там, до 31 года, как я как хотела жить, я не могла, вот начала, немножко пожила, и ребенок родил. На мой взгляд, нужно здесь смотреть. Да, очевидно, есть конфликт внутренний. Ну, очевидно, что есть вот, внутреннее противоречие у вас. А вопрос только в том, что это за внутреннее противоречие, что оно из себя представляет. Ну, на мой взгляд, то, что для вас в юности значил ребенок, является, собственно, вами самой. То есть вы, вероятно, в юности хотели дать ребенку то, что хотели бы для себя, только не могли это позволить. Ну, вот. И сейчас вы начали жить для себя, но вот эта вот история о том, что, ну, я должна родить, да, она с вами, ну, сохранилась просто, как бы. Причем сохранилось, ну, я бы сказал, знаете, как вот довольно, ну, слепо, если можно вот такой термин использовать, да, вот слепо. То есть это именно вот с
такая слепая история. На мой взгляд, слепая, на мой взгляд, слепая история. Вот. Почему слепая история? Потому что вы не очень понимаете, откуда это. Вот. И с чем это связано. Вот. Ага, вот так вот. И, соответственно, нужно разбираться с этим. Вот. Желательно. Желательно с этим разбираться. Вот. Чтобы понять, чего, где и как вы хотите. Вот как-то так. Вот. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Мне показалось, что как-то вот еще какой-то, ну вот, в какой-то степени вы опираетесь на своего мужа, вот. Ну, мне так, по крайней мере, показал. Вот. То есть, ну, как будто от него ждете какой-то поддержки. Вот. И, ну, как будто бы обижаете, что ли, что он не высказывает, какой-то вот какого-то более активного желания. Вот. Я имею в виду стать родителем. Вот. Что касается боязни перемен, о которой я не сказал, вот, то это же недоверие себе с одной стороны и желание, так скажем, ну, желание поступить правильно с рукой. Вот. Как мне видится. Поэтому вот, учиться себе доверять, разрешать ошибки с одной стороны. И, ну вот в какой-то степени отказываться от истории о том, что нужно поступать правильно, и на какие-то другие категории переходить. Это то, что может сделать для вас психолог. Желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Обращайтесь.